Всем привет, с вами Константин, и вы на канале Мережка ТВ. Я решил сделать задание компании. Сейчас мы поднимемся к Аните, Камите. Где-то тут она у нас. Не суйся на арену! Попробуй горшок. Здесь нам не пройти, но можно там, видишь? Амита, для меня есть работа? Есть. Мы смогли освободить людей на юге, но до севера нам не добраться из-за Королевского моста. Пора сразиться с Пейганом Мином на его земле и освободить север. Так, мост защищен. Ворота сделаны из взрывостойкого бетона. Тут даже С4 не поможет, не говоря об остальном. Атаковать в лоб у нас не получится. Так что будем делать? У меня есть план. В колонне есть грузовик с химикатами. Твоя задача — захватить грузовик, подогнать вплотную к воротам и взорвать их. Если пробьемся на север, ты будешь на шаг ближе к Юме. Да, гостеприимные, сука, тут люди, блядь. Идите к месту засады. Сколько? 700? 700. Да, туда никак не проберешься, кроме как с ножками. Ну или где-то надо надыбать транспорт. Но мы можем для начала забежать на башню, включить башню. У нас исчезнет туман перед глазами. Мы будем с вами самые счастливые. А что у меня за стволы? Так, это у нас снайперка, гранатомет, пистолет, пулемет. И вот эту херню уже можно поменять на что-нибудь другое. Ну ладно, то потом. Сейчас я отмечу, куда нам идти. Ехать, бежать, ползти. Там даже целый план у меня созрел. Сейчас аванпост вынесем. Потом включим башню. Вот я где! Ага, он меня хотел с миномета сучонок расстрелять, да? Черт! Так, а чё я сюда бегу? Так, ну мы, наверное, на базе, да? Или это не база? Блять, мы приехали совсем не туда. Мы не приехали на аванпост. Нас направило... Пофигу, что я там отмечал. Вон он, аванпост, я так понимаю. Где-то тут у нас эта башня. Ладно, потом порешаем. Раз мы сюда уже приехали, ничего не будем менять.
так будет правильно. А я думал, это аванпост. Амита, я на месте. Я готов. Аджай, рада тебя слышать. Я уже начала волноваться. Колонна должна прийти с юго-запада. Где у нас юго-запад? Так, это за спиной север. Юга. Юга. Думаю, отсюда. Появится в любой момент. Удачи. Да куда ты? Амита, все готово, я еду к воротам. Аджай, долгие годы мы не были так близки к северу. Спасибо тебе. Удачи и постарайся не погибнуть. Прошу тебя. Блять, надо того снайпера хуйнуть. Где ты, блядь? Захватите лагерь. Ну вперед. А что, еще один есть? Выхожу! Выходи. Что-то я тут завис. Сука, меня с миномета расстреляли. Не понял, где они меня видят? Не уйди! Да! Станешь, сдохнешь! Да сдохни уже! Он там долго не просидит! Всю жизнь прятаться не будешь. Амита, я захватил мост. Включаю тебя. Потрясающе, Аджай. Так, подожди. С севера идут враги. Гвардия короля. Лучшие бойцы Бейгана. Отрази атаку. Не дай им снова отбить мост. Блядь. Север. Где у нас север? Отсюда. Отсюда, да? Отсюда. Наверное, отсюда. Нет, это не север, блядь. Блядь, ну откуда-то отсюда.
хер его знает. Вот север, но здесь же горы. Где они? А, мне надо здесь стать, да? Слушайте, народ Кирата! Аджай Гейл, герой Золотого Пути, захватил мост, отделявший нас от наших братьев на севере. Этот день войдет в историю нашей страны. Мы нанесли удар по тирании Пейгана Мина. Всем отрядам мост надо защитить. А, они, блядь, с парашютом, суки, прыгают. Когда я закончу тебя, и мамка... Того надо, сука, сразу бахнуть, а он сам, бля. Ты стрелять-то умеешь? Я тебя достану! Внутри! Покажите свою ненависть! Где там еще? Королевские войска, бля. Все, пришли партизаны. Меняю магазин, прикрой! Блять, можно в спиномета захуять. Все. Не, это не то. Так все, да, получается. Мы загасили. А не, вон кто-то идет, красненький. Бойцы сопротивления идут к мосту. Ступай туда. Ты нанес могучий удар во имя свободы. Доберитесь до повстанцев. Аджай, от имени Золотого Пути и Справедливой Амиты, спасибо. Ты проложил путь свободе. Этот путь проляжет над могилой Пейгана Мина. Увижу кого-нибудь. Это не думай об этом. Так, ладно. Что-то тут у нас он еще синенькое. Плакат, наверное, да? Не. Не плакат. На мосты. А похоже на плакат. А похоже. Ладно, сейчас я гляну, куда там дальше, что там мы имеем. И будем двигаться. Колокольню сейчас включим. Она у нас вон там. Партизан, возьмем машину. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Вы нужны Кирату как никогда. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен весь Кират. Пейган Мин собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля.
Остановите волну зла. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Запрещается грабить трупы солдат армии короля. Сука. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Пэйган Мин напоминает, он... О! Лонгин появился. Пойдем мы до Лонгина. Я там ездил на башню, да, отключить, но я разбился. А тут Лонгин появился. Сейчас я его найду. Нифига себе, он далеко так. Ну ладно, деваться некуда. Я хочу прокачать там до конца. Я не помню, что там у нас не прокачано. Но нам нужны снежный барс нужен. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Вы нужны Керату как никогда. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен весь Керат. Пэйган Мин собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Пэйгану. Да зарит вас свет Пэйгана. Амита, я на севере. Север? Я не была в Уткарше долгие годы. Там есть люди Золотого Пути, надежные люди. Уткарш чуть севернее моста, и никто не знает тех мест лучше них. Попробуй восстановить связь с ними, но будь осторожен. Ты уже встречался с гвардией короля. Это серьезный противник. Короче, ехали, но опять мы будем Анитой выполнять задачку. Орел,
Ага. Ладно. Это у нас тут партизаны? Ну, походу, да. Да, это партизаны. Да, блин. Спустимся, да? Помолясь. А тут пёхом надо. Намасте. Ты сбежал. Они ждут тебя внизу. Аджай, спасибо. Мы снова с золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... Аджай, я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай, делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Случайный вопрос. Биде используешь? Нет, правда, я знаю, ты носишься по всему Керату. Задница фрейд, наверное. А вы? И белье, небось, по трое суток не меняешь. Некогда. В придачу до человек, я все понимаю. Практически соль зимы. Боюсь себе представить, что там у тебя в промежности творится. Что истинное воплощение гостеприимства Уткарша – это, так, что без сомнений, Ранас. А чистая промежность – это очень важно спрашивали. Для борьбы со злом. И все буквально в один голос подтверждали. Блять, что нас так в одну кучу? Само гостеприимство. Ну, прости, друг. Примут любого. Ну, ты пойми же, ты же мне не чужой. Я сперва не переживаю. Не поверил. Какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Это важно, чувак. Как так, говорится, ну, закроем тему. Доверяй, удачи, да? Но проверяй. Удачи тебе с пропагандой. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. И я боюсь, что эти люди, эти террористы... воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Мин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. А, да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет! Тебя убьют! Я за Байганом. И шо? Амита!
Я на хвосте у Пейгана! Ты можешь закончить это все! Я знаю! Преследует какой-то козел на гирокоптере! Избавьтесь от него! Да! Все, загасили! Ура! Уходим. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Пэган Мин призывает всех верных кератцев оставаться дома во время кризиса. Золотой путь представляет серьезную угрозу. Привет, Аджай. Скучал по мне? Ну, конечно же, скучал. Пейган? Для вашего же блага. Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет. А нахер я вот это делаю, как бы? Да. Министерство внутренних дел и сейчас я гляну, гармонии. Куда там. Предательство непростительно. Все дезертиры из армии короля будут расстреляны. Укрывающие их лица также будут расстреляны. В эти времена важно оставаться верным Пейгану Мину. Не отчаивайтесь. Свет Пейгана озарит путь к победе и вернет мир в Керат. Да озарит вас свет Пейгана. Башню хочу включить. Со всех сторон. А у меня уже нету, блядь, этих. Лечила. Где ты? Кто-нибудь его видит? Вон он ты, да? Не расслабляться! Годится. Годится. Нам бы где-нибудь лекастра взять. Ага, у меня скоро и патроны закончатся. На, позырить. Оп. Стой, где стоишь! Что-то взорвалось. GPS какой-то.
Не понял. Что, наверху ящик? А, вот он. Патроны. 10 штук, правда. Ладно. Еще 10 штук. Ладно, туда я не пойду. Нам бронебойного надо вынести. Что у нас там? Есть кто-то на крыше? Есть. Не понял. А где этот бронебойный? Понятно, где-то они делись все. Это для вашего же блага. Ну да хер с ним. А не, где-то есть. Вот, наверное. Блять, кто там воюет? Блять, и машину можно увезти, но она сейчас пропадет, она тут все обновится, и она пропадет. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Сейчас, когда башню включим. Он все еще правит пиратом. Так, что ж, разбега, да? Блять, все-таки так. Дальше куда? Сюда.
Сейчас я гляну, что дальше. У нас там и Логан в той стороне, и задание Золотого пути, и еще одна колокольня. Поэтому попрем туда. Благодаря тебе нас слышит половина Кирата. Без лжи Пейгана люди не смогут более игнорировать правду. Я не буду эти собирать там всякие доп-задачи, прям доп-задачи. Ну, не хочу. И так у нас долгая игра получается. Да никого нету. Подозрительно, да? А, нахера себе нету, блядь. Сука, сука. Она приедет, блядь. Сейчас с другой стороны его обойдем. Куда ты за мной пошла? Прожую и выплюну. Нихера. Меня не убьёшь. Я из тебя сумку сделаю. Сыка, черт вонючий. Аж улетел, блядь. Блядь. Что у тебя есть хорошего? Нету аптечки, блядь. Ладно, пошите помаленьку. Помолясь. Не понял. Че у нас тут так закрыто было? Опять простые вопросы. Зашибись. Какая-то тюрьма была, да? Походу. Блять, вот код как ее снять? Ладно, хер с ним, с этим плакатом. А
они мне не особо интересны. Объявление о переселении в внутренний дел без гармонии. Пэган Мин призывает всех верных гератов оставаться дома во время кризиса. Золотой путь представляет серьезную угрозу. Блять. Ограничьте передвижение заданий необходимой силы. Это для вашего же блага. О, хоть одна аптечка. Сейчас я гляну, куда нам дальше. Я к Логану все-таки. Я хочу докачать уже свое. Ну, свои там приблуды всякие, да? Так, ну, где-то тут вертолет. Ответьте. Да не хочу я ездить, собирать ящики. Где вертолет? Вот он. Я готов. Ого! И думал Господь, кого послать? И явился ты. И сказал ты меня, Господи! Рвение твое поистине радует меня, но Господа оно радует еще больше. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй! Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам своим. А это какой стих? Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Маньячина. Я же говорю, что маньячина. Так, а что у него тут? Есть боеприпас какой-то. Тут у него тоже вертолет стоит. Ну ладно, потом надыбаем. А, 360. Вот здесь что-то есть. Тут ящик. Ладно, полетели. Мы, наверное... Не попадем больше куда-то там в Гималайи, там где снег, там где снежный барс. Обыщите труп, все. Ай! Где еще? Ha ha ha.
Так, где у нас вперед? Солдаты короля, сука. А, еще в серединку зайти. Ну, это хорошо. Этого что, в клочья разорвало, да? Надо хер с ним. Что-то их тут больше, чем ожидалось. Ну да ладно. Он не должен уйти. Цель ушла. Вы понимаете это? Найдите его и прикончите. Принято. Ищите везде. Слышите? Надо найти его сейчас же. Убивать таких, как ты, моя работа. Да ты в последний, кому ты это говоришь? Так просто успокоить товарищей, да, мертвых. Можно было, в принципе, гранатами, да, закидать. Но могло бы нас тогда потрепать. Сейчас будем гранатами отбиваться. Кровавый брюлик. Заходи, сука. Это Гейл! Умоляй! Где их? Твоих пуль я не боюсь! Да и я твоих не особо. Ну, как бы приятного мало, но так, чтоб прям вообще... Для схода с одного. А чё ж я там не мог в него? Наверное, не попадал.
Да ладно, победили и на этом спасибо. Блять. Ладно, погнали. Где вертик? Потерялся. Так, отлично. Сейчас, Аля, насколько мы уже колбасимся. Давайте, наверное, вынесем один этот самый, как он, господи, блокпост. Там будем заканчивать. Все равно их выносить надо. Они тут тем более рядышком. И будет у нас доступна еще одна точка перемещения. Где-то еще снайпер. Они что, два на одной крыше? А как же их влупить сразу обоих? Блять, нихера это не глушак. Так, и тигру помогли, да? А где бронебойные? Чё я не наблюдаю? Его. Вот слоножопая макака. Ищите его. Ищите. Узнайте, кто это сделал. Да сколько можно уже?
хорошо, девочки и мальчики, мы на этом закончим. Я сейчас тут прошмонаю все, что можно. Ну а вам всем спасибо, ну и всем пока. Прикольное такое место. Речка. Так, ладушки, где у нас там? А, еще там ящик увидел. У нас что уже, лям? Любит свои аванпосты. Помоги! Прошу! О, бля, ну хорошо. Они забрали мою семью. Пусть заплатят кровью. Я разберусь. Ладно, куда там нам идти? Сколько метров? 353. 2-1. Там вектор появился, но он не особо лучше моего. Единственное, что скорострельность больше. Ну так этот мой ствол и так нормально гасит. Мне зачем еще больше скорострельность? Слушай, Кират, это Рабер и Рана. И я бьюсь об заклад. Пейган сейчас в ярости. Кто-то освободил больше половины колоколен Кирата. Так. Ага, рановато я, да? Короче, там еще есть бронебойный. Бронированный этот тип. Это не очень хорошо. Точнее сказать, это очень нехорошо. Вот этого увалю, они начинают суетиться, кота хера. А, блять, он упал вниз. Понятно, что они суетятся. Я уже почти всех завалил. А вон бронебойный торчится. Вот там вот есть. Один тут ссал. В принципе, я могу вольнуть вот этих вот обоих. А вот он тот, который ссал. Все, больше он не посыт. Блять, бронебойный идет к заложникам. Бля-ху-ля! Нам бы по большому счету... А что нам по большому счету? Вот этого убрать. И останется вот этот хер. Ну и все. Ха-ха-ха! Хули спецназ? К бабке не ходи. Ну а теперь, наверное, все. Ну а шо? Я, конечно, это оставлю. Хоть со второго раза, но ничего. Ты же спал.
Да могли бы не давать денег, мне свои уже девать некуда. Развяжи мне руки! Блядь. Благодаря тебе ситуация исправляется, Аджай. Чем больше людей ты спасешь, тем меньше денег заработает Пейган. Прошу, возьми! Спасибо! Теперь я ваш должник. Да ладно вам. Развяжи мне руки! Блять, это кто из вас тут орёт? Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Это все, спасибо. Что есть. Возьми, прошу. Спасибо. Ну хорошо, в следующей серии мы пойдем по плану. Там у нас Амина где-то появилась. Еще задание от Амины. Сейчас я тут опять же соберусь. Наверное, пойду где-нибудь расторгуюсь. Посмотрю, может у себя что-то построю. Мне же там же дом. Ну или построю в следующей серии с самого начала. А сейчас, наверное, расторгуюсь. Ну, теперь точно. Всем пока.